И снова мы возвращаемся к яме на улице Бульварная. Сегодня 52-й день, как мы активно рассказываем о ней в нашем эфире. Четвертый день портрет Оксаны Фадиной украшает яму на улице Бульварная. Реакции чиновников по-прежнему нет, но мы верим, что совесть у них проснется, и этот участок дороги они приведут в порядок. Если же нет, то на следующей неделе здесь будет уже чистокол из портретов чиновников. И сегодня же, сразу после того, как наш корреспондент записал этот стендап, приехала техника управления благоустройства. Сначала КАМАЗ высыпал горсть земли с мусором, а затем трактор разровнял ее. Но сказать, что ситуация изменилась в корне, все же нельзя. Но уже радует, что пошла реакция чиновников на наш телемарафон.